Большой празднично-спортивной программой отметили в Томилине День соседей. Мероприятие организовали люберецкие депутаты и управляющая компания «Содействие». Как прошел праздник, расскажем в сюжете. Что с соседями обычно делаем? Дружим? Дружим. Гуляем. Чай пьем, заходим? Да. Ну и, конечно, подарки дарим друг другу, правильно? Главное – жить в дружбе. Главное – общаться, и главное, конечно, знать своих соседей, для того, чтобы наш город становился красивее и комфортнее. Во дворе на улице Гоголя собралась детвора со всей округи. Каникулы в самом разгаре, а значит, время познакомиться, играть в подвижные игры и развлекаться с аниматорами. И это самое лучшее время года. Я дождался то, что открыли фонтан, столько много ждал, праздник очень классный. Теперь мы будем с ребятами проводить очень хорошее время. День соседей объединил людей разного возраста и увлечений. По словам депутата Елены Верховых, такие праздники позволяют людям чувствовать единение друг с другом. В жизни не хватает праздника, тем более в этот год у нас 400-летие. У нас на округе на 6-м будет достаточно много таких программ. Я считаю, что люди пусть приходят, знакомятся, а мы, депутаты, как бы подключаемся, чтобы решить какие-то вопросы насущные. Одну из просьб жителей депутаты исполнили. Во дворе 48-го дома по улице Гоголя отремонтировали фонтан. Это еще один подарок 400-летию Люберец. В городском округе Дни соседей будут проводить до конца лета. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.